договорились, должны были подписать контракт на поставку этих 182 тысяч доз Республики Молдова. И государственные чиновники наши из АНСИПЕ, есть такая агенция национальной секуритати, ну, шкума, как он называется, продюсер, не захотел подписать. Я вылетел в Москву в пятницу прошлую. Приземлился 12, мне наши российские друзья звонят и говорят: Игорь Николаевич, не хотят подписывать ваш. Я говорю: как не хотят подписать?